В Башкортостане появился первый автомат по продаже фермерского молока. Его установили в центре Белебея участники сельскохозяйственного кооператива «Авангард». Фермеры отмечают, оборудование, а это сам молокомат и анализатор качества, приобрели на средства гранта Минсельхоза Республики. Вместе с охладителем оборудование обошлось в 800 тысяч рублей. Внутри системы установлен сменный картридж на 100 литров. Каждая партия молока проходит анализ качества с санитарно-ветеринарной лаборатории. Также в молокомате поддерживается постоянная температура в 4 градуса. По словам председателя кооператива, весь суточный объем молока удается реализовать. Я купил его в Чебоксарах. Они чебоши продают вот эти автоматы. Это мне грант давали 625 тысяч. Я грант выиграл. И еще свои суммы. У меня обошлось на это полностью оборудование. Там еще охладитель у них есть, это есть. Вот. 800 чем-то обошлось. Но пока люди берут. Пока вот постоянно где-то 100 литров. Я в сутки, короче, 100 литров я завожу. У меня пока 100 литров молока есть. Пока они все закупают. Как сообщили в администрации Белебея, с кооперативом заключен годовой договор на размещение. Также есть предложение установить подобное оборудование в городе Октябрьске и поселке Приютово. По словам самих фермеров, этот вариант для них пока слишком затратен в плане логистики. Сейчас планируют открыть еще две точки в самом Белебее.